Дарья Щербакова – молодая российская актриса, сделавшая себе имя благодаря отечественным телевизионным сериалам «Уйти, чтобы вернуться» и «Хозяйка большого города». Помимо кинематографа, девушка выступает на театральной сцене, а также демонстрирует публике вокальные данные в собственной музыкальной группе «Дальвина». Она родилась и выросла в Москве 13 января 1988 года в семье заслуженного артиста России Дальвина Александровича Щербакова, звезды советских кинофильмов «Доживем до понедельника» и «Первый троллейбус». Кстати, на момент рождения Даши Щербакова уже исполнилось 50 лет. По всей вероятности, творческий талант от отца передался по наследству дочери. Еще подростком девочка проявила свой артистизм и музыкальность. Она научилась играть на фортепиано, начала писать собственные стихи и даже песни. После окончания школы Дарья поступила в высшее театральное училище имени Бориса Щукина, где вплоть до 2010 года обучалась под руководством Родиона Овчинникова, который выпустил множество современных кинозвезд. Когда Дарья получила диплом профессиональной актрисы, она сразу же вошла в труппу Московского театра у Никитских ворот. На выступлении на подмостках и съемок в кино для такой творческой личности, как Даша, оказалось недостаточно. Вместе с подругами Диной Морозовой и Клавдией Тарабриной она основала бард-фолк-рок-трио, которому в честь своего отца дала название «Дальвина». В этой группе актриса играет на гитаре и поет песни преимущественно авторского сочинения. Девушки в своей музыке объединяют народные мотивы и стилистику с современными молодежными аранжировками. В художественном кино Дарья Щербакова впервые снялась еще в студенческие времена. Тогда она появилась в двух сериях криминального сериала «Детективы», причем сыграла в каждом из эпизодов разных персонажей. А в 2009 году ей достался образ Марфы Собакиной в исторической ленте «Иван Грозный». Первое серьезное внимание зрителей актриса привлекла благодаря мелодраме «Костер на снегу». А всероссийское признание получила после выхода женской жизненной истории о провинциалке, приехавшей покорять Москву. Это была «Хозяйка большого города». Не менее драматичными получились и такие работы, как «Уйти, чтобы вернуться» и «Танка мотылька», которые упрочили ее популярность. Стоит отметить и криминальный сериал «Московская борзая», в котором Щербакова сыграла сразу две роли – сестер-близняшек Дашу и Таню Зыбиных. По примеру своего отца, который всю жизнь скрывал приватную сторону жизни от журналистов и поклонников, Дарья тоже оставляет общественность в неведении относительно своих романтических отношений. Исходя из информации на ее страницах в социальных сетях, а также из немногочисленных интервью, можно сказать, что на сегодняшний день актриса официально не замужем. Мало кто из любителей кино знает, что Дарью Щербакову можно смело причислять к полиглотам. Помимо родного русского, она владеет немецким, английским и голландским языками. Ради расширения своих актерских возможностей Даша научилась фехтовать на шпагах, рапирах и саблях, а также очень уверенно держаться в седле. Ну а умение играть на таких музыкальных инструментах, как фортепиано и гитара, девушка применяет в собственной фолк-группе «Дальвина».